родился 21 августа 1873 года в селе Мартово Горбатовского уезда Нижегородской губернии. Отец его, безземельный крестьянин, служил церковным сторожем, определил сына в духовную семинарию. Учась в семинарии, Иван убегал в театр на репетиции, а в 19 лет вступил в труппу Нижегородского театра. Деятельность в театре начинал как суфлер. Для повышения своих знаний ростовцев занимался в школе драмы Богданова. На режиссерских курсах Скуратова закончил режиссерские курсы НКПИ Карабис. Его театральным педагогом, а впоследствии и другом, стал Николай Иванович Собольщиков-Самарин, выдающийся организатор театрального дела в России. Возглавлял театры в крупных провинциальных городах. После Октябрьской революции активно участвовал в создании Советского театра. Был художественным руководителем Архангельского, Горьковского, Ивановского, Куйбышевского, Смоленского и Саратовского театров в 1934, 1935 и 1942. В 1947 году руководитель Ярославского театра им. Ф. Г. Волкова умер 15 июня 1947 года. Похоронен в Ярославле на Туговой горе.